Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Предоставить рассрочку платежей должникам за капремонт предлагают кировские активисты Общероссийского народного фронта. В региональное отделение организации поступают обращения от жителей города, получивших квитанции с большой суммой сразу за несколько месяцев. Такая ситуация может возникнуть как по вине жильцов, не оплативших взносы вовремя, так и по независящим от них причинам. Например, когда дом изначально не попал в региональную программу капремонта или же перешел со специального счета на счет регионального оператора. При этом владелец спецсчета не передал сведения о начислениях и оплате взносов. Фонд капитального ремонта требует единовременной оплаты суммы. Горожане к этому не готовы. В таких случаях рассрочка была бы оптимальным вариантом для обеих сторон, полагается председатель штаба ОНФ Кировской области Дмитрий Сергеев. По его словам, в других регионах, в частности в Пермском крае, утвержден порядок предоставления рассрочки платежа собственникам помещений в многоквартирных домах. Предложение принять такой порядок и в Кировской области сейчас направлено в региональный фонд капитального ремонта. Введение рассрочки упростит организации работу с задолженностью и позволит сократить судебные издержки. По мнению экспертов ОНФ, обращение в суд и к судебным приставам должны стать мерами воздействия только на злостных неплательщиков. Дайджест недвижимости. Новый торговый центр в Чистых прудах будет двухэтажным. Информацию об этом озвучили на публичных слушаниях по строительству объекта. Торгово-развлекательный центр разместится по адресу улица Ивана Попова, 66. По проекту в нем предусмотрена подземная парковка на 54 места, 11 парковочных мест на улице, торговые площади, которые разместятся на первом этаже, а также боулинг и кафе. Как сообщил представитель застройщика «Кировспецмонтаж», компания готова начать возведение объекта в конце мая. Работы могут продлиться до 20 месяцев. Ранее по адресу Попова, 66, предполагалось строительство платного паркинга. За появление многоуровневой парковки высказались жители ближайших домов, в частности, жильцы дома по Чистопруднинской, 12. Дайджест недвижимости. Эксперты назвали российский город самым дешевым арендным жильем на лето. Это столица Чувашской республики Чебоксары, где снять однокомнатную квартиру можно всего за 6 500 рублей в месяц, говорится в исследовании портала «Мир квартир». В рейтинге городов, где аренда однушек на лето потребует минимальных затрат, на втором месте Курган, на третьем – Новокузнецк Кемеровской области. Последнее место в рейтинге получила российская столица. В Москве стоимость аренды сезонного жилья составляет 24 с половиной тысячи рублей в месяц. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.